Грузовой автомобиль под управлением 20-летнего мужчины целенаправленно сбил семью мусульман в канадском городе Лондон. 4 человека погибли, из всей семьи выжил только 9-летний ребенок. Канадская полиция заявила, что подозреваемый задержан. Мотивом убийства послужило то, что семья была мусульманская. Премьер-министр Канады заявил, что он в ужасе от произошедшего и призвал остановить исламофобию. Мэр Лондона назвал атаку массовым убийством. В городе объявили 3-дневный траур и приспустили флаги. Подписывайтесь на наш канал, чтобы всегда быть в курсе событий.